Здравствуйте, земляне. Я Александр Док. Снимаю про Марсика. Где он там? Попади в кадр. Вышел сейчас на улицу, а перед этим был в доме. Вернее, вышел на улицу, а сейчас пойду домой. Вот. Нет, короче, я запутался. Это я вступление снимаю, а оно как бы является продолжением видео, начало видео. В общем, его придется в начало приклеивать, это вступление. А Марсик чудеса продолжает творить. Вот, не верите? Сейчас покажу, что там, на что он способен. Ну, пришел, здрасте, в гости. Что скажешь? Что, нагнали тебе с кухни, да? А? Отвечай. Марсик. Марсик. Нагнали тебе? Да? Что тебе сказали? Сказали, вали отсюда. А ты ко мне привалил, да? Марсенчик. Ну что? А что там на кухне? Пойди узнай, что там готовят. Спроси, скоро будет готово. Марсюха. А? Вот, пошел. Да молодец. Безотказный. Когда насчет еды что-нибудь попросишь его узнать, мигом все бросает и бежит. И бежит на кухню узнавать. Лежу. А тут ко мне опять гость. А ты что заладил каждое утро ко мне приходить на постель? Что у меня тут, в конце концов? Кухня, что ли? Марсюнчик, я лежу здесь, отдыхаю, смотрю, как природа пробуждается. А ты приходишь, что? Что ты здесь надеешься у меня найти? Что? Это кровать. Я здесь лежу. Нету тут никаких сосисек. Ты думаешь, что я спрятал ее, что ли, под подушку, что ли, сосиску, да? Ты так думаешь или что ты думаешь вообще, Марсюха? Ну, скажи мне, какие у тебя вот тут мысли? Ну-ка, дай я пощупаю головку твою. Ну, где мысли твои? В чем они тут заключаются? Ну, ты такой уверенный пришел, что хозяин прям специально взял, под подушку положил, этот самый сосиску, да? А ты пришел ее забрать. Ну так получается, что ли, Марсюнчик? Ну что-то ты как-то уже прям, не знаю. Ну то, что ты писаешь там, и все потом растет, это понятно. Ну чтобы прям быть уверенным, что у хозяина тут под подушкой хранятся сосиски, это ты уже перебор какой-то, Марсюнчика. Иди, наверное, на кухонку, проси у Виктории, там она тебе что-нибудь даст, вкусняшечку какую-нибудь. А у меня нету ничего. Ну откуда у меня под подушкой? Да, сосиски. Хотя есть одна. Одна каким-то образом завалялась. Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь, что у меня тут сосиски? Марсюха, а? Ты что-то одной лапой, ты двумя лапами. Ну, эх ты, Марсик. Ну, что, ты не ошибся. Ну, правильно ты зашел. Все, молодец, иди. Иди, нету больше. Нету. Пошел на кухню. Иди у Виктории выпрашивай. Опять пришел, да? А что ты... Не, ну то получилось, то я не знаю, как сам. Может быть, я ночью во сне захотел есть, пошел в холодильник, колбасочку положил под подушку. Ну, это случайно. Ну, а что ж теперь уже? Каждый раз система какая-то. А что ты сюда вот смотришь, на этот ящичек? Откуда тут ящички? Тут у меня носки лежат. Вот. И все. Давай уже, хватит. Хорошего помаленечку. Иди давай. Иди на кухню и выпрашивай. Там вся еда. Откуда здесь... Здесь спальня, Марсюнчик. Здесь кроватка, здесь я сплю. Вот, и здесь ничего нету. Это получилось разочек, ну и что теперь? Что теперь, это в систему, что ли, возводить? Да? Что теперь? Или ты думаешь, что вот откроешь, а тут сразу раз. Ой, раз. Тут же у меня носки.
Откуда там? Не понял. Не понял. Что это такое? Марсюнчик, ты не тут. Может быть, ты какие фокусы проявляешь? Ты что-то стал этот. Магией какой-то заниматься, Марсюнчик. Пописаешь на монстрика, там колбаса вырастает. Ты неужели на тумбочку писал? Не, Марсюнчик, ну нету. Знаешь, я тебе сказал, все, под подушкой уже ничего нету. Вот, все, видишь? Ой. Ой, а что это такое? Гляньте. О, Марсюха. Бутербродик. Да, ну ты чудесник, кудесник. Подожди-ка, подожди-ка. Марсюнчик. А здесь-то откуда? Здесь-то носки. И здесь три. Три. Марсику. Нет, я тебе уже давал. Лирику, Жорику и Мирочке. Ну, а тебе бутербродик, ладно, за то, что ты такой. Пошли. Пошли, только надо делиться. Ты же знаешь, что я не люблю вот это вот. У меня нет любимчика, у меня все одинаковые собачки, да. Пойдем. Где тут наши? Вот они. Тоже они хотят. Оказывается, Марсик у нас фокусник-чудесник. Мирочка, ты слышишь, что? Зашел. Хотел пописить на тумбочку. Там появились... На тебе. Жорка. Ой, упала одна. Ну, Мирки. Мирки. На, Жорик. Тихо, не ломайте. Мирочка, ты опять два кусочка. А-ка Лирику. Лирику тогда мы сделаем бутербродик. Тогда вот так мы сделаем. Во, на тебе, Марсик. Все, а это Лирику. Лирочек. Лирочек. А он, наверное, ушел. Лирик, ты где? А если я Джерику отдам, он передаст Лирочку? Вы уже съели, все. Все, и то благодаря Марсику. Где же Лирик? Лируха. Лирик, ну, а ты здесь? Ой, ворота опять закрываются. Лируха. Лежит. На льва похоже. На, быстрее туда дальше. Прячь, 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 прячь. Все. А вы отходите. И не надо отнимать. Марсик, Марсик, уйдите, уйдите. Придется встать. Лирик, что я тебя закрыл? Быстрее ешь. Быстрее тут стадо диких бульдогов. Ну что ты там? Мирочка. Марсик. Мирка. Лирик, ну быстрее, глянь. Распотякиваешь. Сейчас придут, заберут. Я вам сдерживаю натиск. Видите, как он ест медленно. Эй, Лирик, вроде и в большой семье. А, ну, вроде бы даю. Мирочка, я тебе дал уже. Ну, все, пошли. Ой, а ты-то чего? Ой, тебе тоже добавочки мало, да? Раздразнил только. Марсенчик, пойдем. Может, ты еще... Доколдуешь там под подушкой колбаску найдем. Сосиску. Жорка. Ну кто зайдет? Кто? Давай, Жорик, он тут звуки какие-то издавал. Заходи, Жора. А вы отходите все. Быстрее, Жорик. Быстрее, бегом, 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 бегом. Туда побежал. Ну что ты, тут что получилось? Короче, пришел ко мне Марсик, Жорик, Жорик, иди, я тебе расскажу. Пришел Марсик, стал просить у меня колбаски. А я говорю, что я тебя под подушкой, что ли, храню эту колбаску? А он не поверил, говорит, ну-ка, говорит, поднимай подушку. Ну я поднял, а там колбаска, откуда она взяла? Ну я тебе серьезно говорю, ну вот под этой подушкой была колбаска. О,
не понял. Опять появилась. Что за волшебная подушка? Жарко. На. Это все Марсик наколдовал. Что, поверил теперь? Иди. Иди, хозяйка, обрадуй. Да, земляне, я и сам не знаю, как это происходит. Ну что, я лежал, отдыхал. Пришел Марсик. Пошли. Ну да, точно, вон, наколдовал. Это что, как тот горшочек, помнишь же, как в сказке, горшочек вари. Теперь у нас что, подушка волшебная или Марсик волшебный? На, Жорик, тебе, на тебе. А больше никого нету. Марсенчик, ну спасибо тебе за твое волшебство. Заходи чаще. Заходи, может быть, так и научимся продукты производить. Видишь, ты уже сейчас квалификацию поднял. Уже даже не писишь, а сосиски появляются. А так, может быть, и финансы подправим. Что-нибудь. Кто его знает? Да, Марсенчик? Ты подумаешь над этим? Да, Марсенчик? Марсенчик? Подумаешь над моим предложением по поводу финансов, чтобы подушку открыла, там лежит бумажечка каждое утро. Ну все, чего здорово будет. Да, Вселенная, слышишь? Помоги нам тоже с Марсиком. Масюха, вот тут у тебя в головке, пусть что-то там произойдет, щелкнет. Ты не зря свой хлеб ешь, видишь, какой тут мальчик, оказывается. Вон тебе сколько талантов. И клубничка, и инжирчик, и все у тебя. Куда ни глянешь, куда ни пописишь, везде появляются продукты питания. А мы в магазин ходим. А надо к Марсику ходить. Или Марсику к нам ходить. Да, Марсенчик? Приходи почаще. Не надо на травку писить. Пойдем лучше на тумбочку пописишь.